добавляем в емкость желеобразный гель для душа. Добавляю еще голубой краситель. Так, и муку. Масса жидкая, добавляем еще муки. Вот, думаю, достаточно. И вы только посмотрите, наконец-то у меня из сухих компонентов получился классный лизун. Он отлично тянется и похож на лизун. А может, и мне лизун сделать? Всем привет, ребята! Сегодня я буду делать лизун по видео Стаси Мар. И я очень хочу, чтобы у меня тоже получился, как у него. Сейчас я только принесу компоненты. А затем мне нужна мисочка. Мука. Чайная ложечка. И желеобразный гель для душа. Еще я возьму акварельные краски. А может лучше гашь? А может вообще лизун не красить? Ладно, покрашу. Вот и мои краски. Выберу я вот этот цвет. Розненький, такой красивый. По рецепту Стаси нужно желеобразный шампунь влить в емкость. Добавить немного муки. Сегодня, кстати, на эту тему идет проверка. Не очень захотела тоже лизун. Ой, как-то я много добавила, мне кажется, муки. Ой, лизун какой-то еще стрел. Ну, мне еще помешать. Наверное, мало муки добавила. Что-то непонятно. И мало добавляю. Я сначала думала, что это будет работать, но что-то мне теперь кажется, что это не работает. А хотя, ребят, нереально, мне кажется, это как флаффи или зум. Но тут еще очень мало муки. Нужно добавить больше. Ой, это реально такое ощущение, когда я его делаю. С флаффи или зум я же нормально не делаю. Я делаю лепестки своими руками. Про это видео, кстати, я не снимала, но все равно. Я его делала и открывала все на своем канале. Но а как я делала флаффи или зум, такого у меня не было, потому что я его вообще не делала. Ингредиентов для флаффи или зуна нет. К сожалению, тоже нет. Но мне реально кажется, как будто это флаффи такой лизун. Реально. Блин, ребят, у меня получилось вот он так вот как тянется немного. И мне кажется, я на этот лизун не зря потратила свое время. Я даже хочу добавить муки. И сделать больше лизуна. Так, я буду это мешать ложкой. Блин, у меня уже лизун не так получился, но я добавляю больше и больше геля для душ. Сейчас только очищу руки. Самое плохое — это руки. Ребята, вам нравится, когда я что-то делаю своими руками? Если нравится, я буду больше делать, потому что мне легко это делать. И, кстати, хочу я вам рассказать, что я перехожу уже в третий класс, как вы знаете, наверное. И это,
мне будут покупать же новую канцелярию. И вот я хочу, может, снять влог про какую мне купят канцелярию. -то. Ну, что-то типа такого. Блин, ребята, это еще я рано туда руки засунул. Ну, это реально лизун идет сейчас. Это реально сейчас лизун происходит. Ой, происходит лизун. Прикол. Блин, я думаю, этот лизун потом в конце концов все-таки руки будут пачкать или нет. Я не понимаю. Это реально как можешь, как жвачка для рук, тесто плейду. Я не понимаю. Ну это реально очень крутой рецепт. Я захотела попробовать сделать. Кстати, если вы хотите, чтобы я купила, ну, пошла и сделала лепесток, показала вам, напишите в комментариях лайки. Это там мама на балконе. Она, наверное, сейчас за мной наблюдает. Ложку и буду мешать руками. Так, мне рук не очень жалко. Включусь к вам, когда будет готово. Ребят, я все уже сделала. И сам все, что я уже сделала. Это вот такой вот маленький фиолетовенький лизун. Думаете, только маленький фиолетовый. Саш, ну ты что ты ешь? Еще маленький синенький, ну средний такой, красненький вот такой вот. Вот у меня красненький, прошу, мне понравился. Вообще. Такой вот беленький. Не вот эти все с комочками, они просто мне очень с комочками. Вот такой вот розовый. Кстати, ребят, я слышала, если протереть руки масло, лизун станет глянцевый. Давайте попробуем. Я пошла за масло. Руки у меня уже в масле. Они блестящие. Начну с первого лизуна. И он сразу стал моментально блестящим. Очень жирный. Я капнула обычного подсолнечного масла себе на руки сказка. Можно также детское масло или любое другое. Саша, можно мой телефон? Оля? Да. А там еще мама. Здрасте, мама, скажи в камеру. Кстати, ребят. Сейчас я буду мякать свой лизун в масле. У меня лизун самый большой, можно считать самый твердый. Он у меня самый цветной. Кстати, он у меня из этого становится такой вот мягкий. Если вы хотите, чтобы я проверила еще способы с канала Стася Мар, пишите в комментариях, какие или какие вы хотите вообще лизуны, чтобы я попробовала делать. Пишите варианты в комментариях. Кстати, я вообще масло без запаха всего. Обыкновенное масло. Под названием сказка. Я сейчас мну лизун на столе, вернее его кусочек. Теперь второй кусочек буду разминать там же, где первый. И, кстати, следующее видео может выйти прямо сегодня. Скажи, ребят, кому нравится, когда есть много видео за один день? Попробовала красный лизун. Сейчас попробую белый. Съедобный. Прям я
почитаю, есть можно. Всем пока-пока.